Только представь, жвачки уже несколько тысяч лет. В античности жевали смолу и пчелиный воск. Про кислотно-щелочной баланс никто не думал, и на вкус угощение было так себе. Зато удаляло остатки еды, застрявшие в зубах. С 23 сентября 1848 года американец Джон Кёртис начал готовить и продавать жевательную резинку из сосновой смолы. Горько! Позже он догадался добавить туда ароматизаторы. Но такие жвачки все равно мало кому нравились, потому что в натуральной смоле было полно неутоляемых примесей. Более удачной стала попытка Томаса Адамса, который придумал состав на основе каучука, а для вкуса подмешал туда экстракт лакричника. Адамс сконструировал автомат для производства жвачки и наладил продажи. Позже к каучуковой основе стали добавлять кукурузный сироп и перечную мяту, а затем и сахар. Современная жевательная резинка отличается от предшественниц. Чаще всего в ее основе синтетические полимеры, ароматизаторы и сахарозаменители. Еще она меньше прилипает. Но это не мешает ей надолго оставаться на асфальте или даже под партой. В мире придумывают необычные способы избавиться от жвачки без вреда для окружающей среды. Например, в США уже 40 лет существует специальная стена, на которую можно прилепить свою резинку. А в Сингапуре жвачка совсем под запретом. Чтобы за нее не наказали, нужна специальная справка от стоматолога о том, что без лопания пузырей никак не обойтись. Мама, мама, криминал. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм.